В Одессе говорили о защите прав украинцев. Политологи и юристы провели беседу со студентами на историческую тему Хельсинских соглашений. Встреча прошла в обновленной библиотеке имени Грушевского. Хельсинская декларация служит защитой национальных интересов. Она подписана главами 35 государств в столице Финляндии в 1975 году. Этот документ не уступает по своей значимости декларации по правам человека ООН. 9 ноября 1976 года группа украинских правозащитников объединилась и создала украинскую громадскую группу по содействию выполнению Хельсинских соглашений. То есть, чтобы эти соглашения в Украине заработали и оставались не просто пустым звуком и декларативным документом, а реально изменили жизнь украинцев к лучшему. Это равный доступ к правосудию. Кто-то может себе позволить обеспечить защиту своих прав, да, а кто-то нет. Поэтому государство на данном этапе этот равный доступ обеспечило. Это и есть ключевой, скажем, момент защиты прав человека. На данный момент в стране защита прав человека базируется на равном доступе к правосудию. Действуют юридические офисы, в которых участникам судебных слушаний разрешают нанять адвокатов за счет государства.